Актриса Настасья Самбурская ответила своим подписчикам на заявление о том, что в последнее время она стала вести себя как известная российская балерина Анастасия Волочкова. По мнению актрисы, между ней и балериной ничего общего. При этом свой пост она подкрепила снимком своего фирменного шпагата на яхте. «Стали в последнее время часто говорить, что я веду себя как Анастасия Волочкова. Неправда. Ничего общего», — подписала фотоактриса. Ранее сообщалось, что Самбурская со скандалом ушла из театра на Малой Бронной.